Всем привет, дорогие друзья! Я очень рада, что вы зашли на наш канал, и я вас приглашаю в сегодняшний влог, который у меня начинается с уборки в доме. Пока я мыла холодильник, моя дочь Ксюша готовит очень легкий, простой ужин. И это фрикадельки с картошкой. Ну а к ужину у нас будет свежий хлебушек. Козочкам своим новые блюдца. 1,5-литровые. Уже положила сюда вкусняшки.
сделанные из стали и эмали. Готовим натуральный продукт – йогурт. Наливаем в емкость от 1 до 5 литров кипяченого или пастеризованного молока температурой от 37 до 45 градусов. Перемешивая, добавляем закваску до полного растворения. Ну и как вы видели, закваску я размешала в кастрюле и решила перелить в баночки. Крышки я не нашла, поэтому буду закрывать пищевой пленкой. Молочную смесь нужно потом будет оставить в теплом месте от 5 до 18 часов, в зависимости от температуры молока и от объема молока. И после сквашивания продукт нужно охладить в холодильнике не менее 2 часов. Получается густой йогурт с нежным приятным вкусом. Затраты на доставку компенсируются заквасками. Более подробно можно посмотреть в разделе акции и скидки на сайте компании. Ну а по промокоду «Ферма» вас ждет скидка 10%. Что ж, пришла я в сарай поить животных. У нас сегодня минус 28, морозно. Уже раздала всем люцерну, все поели. Водички налила. И даже надробила ячменя. Сейчас я буду носить воду в баню. Это двухведерное ведро, но, естественно, я его полное не наливаю. Здесь всего лишь пол ведра, такого большого. Вот. Если вы видите меня с таким огромным ведром, это не значит, что оно полное. Сейчас баню топим каждый день, так как сжигаем вот эти вот старые доски, бревна от поломки старых сараев. И, соответственно, поим. Нам нужна теплая вода, чтобы поить нашу животинку. Чтобы вы понимали, с растопкой бани я тоже не дружу. Маша у меня сейчас спит,
А Ксюша с Мишуткой учат буквы. Обед я уже все дела сделала. Вот, осталось только убраться вечером. Это у нас старая баня. Здесь котел-самовар. Мне очень нравится в ней мыться, потому что здесь очень большая влажность. Вода, то есть, закипает в котле. Может, я как-то неправильно объясняю, естественно, потому что я не понимаю, но мыться мне здесь очень нравится. Это баня как баня. Это рухлядь, поэтому они очень быстро прогорают. Но нам самое главное нужно, нам нужно просто нагреть воду для вечерней уборки. Ну что ж, на этом мы с вами будем прощаться. До новых встреч. Всем пока-пока.